Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Беллатехо, и мы с вами поговорим сегодня о храмовой миноре. Как она зажигалась, кто ее зажигал, какие правила были в ее зажжении, и вообще смысл храмовой миноры как таковой. Вы, кстати, наверное, знаете, что храмовая минора изображена на гербе государства Израиль. Правда, как истинный хабадник, я вам скажу, что Ребе несколько раз подчеркивал, что есть даже рисунок Рамбама, что ветви миноры не были полукруглые. Полукруглые ветви – это уже изображение более позднее различных скульпторов, которые хотели как бы приукрасить. Они изменили несколько вещей в храмовой миноре, они поменяли местами чашечки, перевернули, которые на ней изображены, потому что им показалось, что они изображены вертормашками. Они действительно были изображены вертормашками, потому что пишется «божественный свет лился сверху вниз». И они сделали округленные, как скульптор, он взял и закруглил. И если вы знаете, что в хаббатских синагогах очень важно, особенно в Хабаде, подчеркивание, что ветви были прямые. Почему? Потому что у нас есть своя традиция, а мы взяли нееврейскую традицию из арки Тита, тот самый Тит, который завоевал и разрушил храм, да, мы взяли из его картины арка Тита, мы взяли вот эту вот именно минору, которая была изображена на арке Тита. Вот. Но на самом деле, если мы посмотрим, мы увидим рисунок самого Рамбама, который утверждает, что минора была с прямыми ветвями. Есть еще одна особенность, которую вы увидите в синагогах Хабада, если мы уже заговорили о нашей недельной главе, о нашей миноре, что скрижали завета. Скрижали завета Микеланджело нарисовал их округленными. Помните ту картину, где он нарисовал Моше с рогами? Да, именно с рогами, потому что Керен Ор переводится как свет лучи, то есть излучение, облучение, коронаем, коронаем. Он говорит, что у него светилась голова, поэтому некоторые религии рисуют нимб, такое свечение. Но Микеланджело был странный человек, он это нарисовал Моше с рогами и округлил скрижали, чтобы они были более красивые. Но известно, что скрижали были мерубаот, что они были прямоугольные, что они не были ни в коем случае закругленные сверху. И поэтому, если вы видите хаббатскую синагогу, одно из отличий хаббатской синагоги, что вы обратите внимание, что как и должно быть, скрижали не округленные, мы не пошли за Микеланджело, за новой культурой, и у нас именно ханукия, то есть не ханукия, а минора, минора ханукия, это она основана на миноре, тоже ветви прямые, и об этом есть отдельная тема, мы с вами еще долго можем говорить, но для общей информации я начал урок как раз с вот этой вот паузы. Да? Вообще минора является символом света, символом еврейской души, символом еврейских душ. Да? То есть вообще любая свеча, мы зажигаем, когда человек, не дай Бог, умирает, свечу, потому что свеча олицетворирует душу человека, как пишется в святых книгах «Нерашему нишмасодом», то есть душа, свеча – это душа человека, то есть это наша душа. И поэтому всегда минора была олицетворена с еврейской душой. То есть именно что должен был сделать Аарон, что должен был, какой заповедь был у первосвященника, было зажигать вот эту минору, которая должна разжигать еврейские души. То есть в духовном плане это зажжение еврейских душ. И мы перейдем к материальной миноре вот, и особенности для зажжения, которые мы с вами перечислим. Итак, первая особенность, что даже не коин имел право зажигать минору, ханукальный, минору, подсвечник, который стоял в храме. То есть даже не коин имел право это делать. То есть это одна из важных особенностей, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Да, помните, как в том анекдоте, хорошо все уметь делать, но не дай бог все делать самому. Да, то есть не только коин имел право зажигать зажигать минору, я прошу прощения, все время оговариваюсь ханукальную, ханукальная это в память о этой миноре, зажигать храмовую минору мог не только коэн, как мы сказали, хорошо все уметь, но не дай бог делать все самому. Ну, конечно, здесь это не относится, что вот эта вот задача по зажжению миноры мог выполнить любой человек и не обязательно только коэн. Вторая особенность, которая у нас есть, и она тоже очень важна, что подготовка ханукальной миноры должна производиться только коином. То есть очень так странно, то есть зажигать может и не коин, а подготовка только коина. И третья вещь, которая говорится, что храмовая минора должна была находиться обязательно в храме, в святая святых храма, то есть в святом месте. И эти три особенности, о которых мы с вами поговорим, которые очень-очень важны для нас вместе с вами.
Что касается первой особенности о зажжении храмовой миноры. Иногда человеку кажется, что есть специальные люди, которые должны заниматься еврейством. А я простой еврей, я там рабочий еврей, чем я могу заниматься? Любавический Ребе учит нас одной важной вещи, что если ты знаешь две буквы алфавита, алеф и бет, а другой еврей знает только одну букву, ты обязан его обучить второй букве. То есть обязанность распространения Торы лежит на каждом еврее. Если рядом нет поблизости коэна, который это зажигает, или коэн еще не пришел, или еще что-то, то твоя задача сделать это, как мы уже с вами говорили в разных лекциях, что если еврей оказался в каком-то месте, значит не просто так, и он не должен думать, что задача по приближению евреев лежит только на раввинов. Каждый еврей, который выучил чуть больше, чем другой еврей, уже должен передавать и приблизить другого еврея к Торе. То есть это наша задача, которая лежит не только на коэнам. Тогда вы спросите, почему тогда подготовка идет только коэнам? А вот здесь гораздо важнее понимать, что как зажигать храмовую минору должен определить именно коэн. Почему же именно коэн? Почему простой еврей не может определить, как зажигать храмовую минору? Иногда мы путаем главное с второстепенным. Есть очень интересная беседа Ребе в первых книгах, что пишется: «Будь подобен ученикам Аарона, приближай людей к Торе, но не дай Бог не Тору к людям». То есть иногда человеку кажется, который уже начал приближать, что задача по приближению евреев, спасти еврея, то есть чтобы приблизить его к Торе, она первостепенная. А раз она первостепенная, то любые методы подойдут для того, чтобы это сделать. То есть был очень интересный пример, который был у Любавического Ребе, когда один человек к нему пришел и сказал: моя задача приблизить евреев к Торе. Он объясняет, что так не приближает евреев к Торе. То есть получается, что ты приближаешь Тору к евреям. То есть, как говорится, задача не приблизить Тору к евреям, а евреев приблизить к Торе, потому что есть соединение на горе Синай, что Тора спустилась до определенного уровня для того, чтобы мы поднялись и смогли ее получить. И иногда человеку кажется, что приближение другого еврея можно сделать любыми средствами, да, то есть неважно как, то есть он делает там совместные уроки, мальчики с девочками, он говорит, ну это все равно не соблюдающие люди, ну хоть как-то придут, он делает какие-то кампании, еще что-то, он приводит тысячи примеров, которые не соответствуют духу Торы, не соответствует тому, что учит нас Любавический Ребе, тому, что учит нас Тора, и некоторые запреты кажутся маленькими, ну пусть еврей приезжает на машине, то есть он может сказать, ну ты все равно ездишь, приезжай на машине, то есть определенные правила, как сказать, как пригласить другого еврея, то есть не все методы подходят для того, чтобы приближать евреев к Торе. Тут очень интересный момент, когда кто-то сказал Ребе очень интересную вещь, он говорит, когда горит пожар, то самая важная задача его затушить. Нужно приложить все средства, чтобы его затушить. Ребе Любавический ответил, если пожар тушить неправильной жидкостью, скажем, керосином или бензином, то тогда тебе будет казаться, что ты потушишь пожар, но на самом деле ты только разожгешь пожар намного больше. И поэтому очень важно понимать, что для того, чтобы приблизить евреев к Торе, не все методы хороши. Иногда человеку кажется, что его путь, который у него есть, это правильный путь, он начинает делать свой путь по приближению к евреям, евреев к Торе, вот, и на самом деле он не приближает евреев к Торе, он Тору пытается опустить до уровня еврея, а это уже неправильно, еврей должен понимать, что Тора возвышенная, что нельзя делать всякие клубы, где там будут обычные тусовки или еще что-то, под прикрытием, у нас один еще урок Торы есть, поэтому есть четкие рамки, которые Любавический Ребе обозначил нам, как правильно приближать евреев к Торе, а не, не дай Бог, Тору к евреям. И тут мы говорим, и как же правильно, откуда мы можем знать правильную дорогу? И правильная дорога – это коэн. Чем отличался коэн от других евреев? Что у коэна не было надела в земле Израиля. То есть у него не было своего надела. Пишется, Всевышний его надел. То есть это такой человек, такой праведник, такой уникальный праведник, который полностью всецело посвящает себя Всевышнему. Он, его задача, его дух – это полностью выполнить приказы Всевышнего и сделать все возможное для Всевышнего. Он не занят материальными вещами, он весь погружен одной целью – приблизить евреев к Торе. Не надо путать с теми людьми, которые отрекаются от этого мира и думают, что все люди, помните, как в истории с Балшемтовым, знаменитой истории, которая, когда он говорит, что к нему кто-то пришел, Балшемтов или Калтареб кто-то пришел и сказал, что я аскет, я ем только хлеб и воду, там, и еще что-то. И Калтареб ему сказал, нет, ты должен кушать гораздо лучше.
И когда он вышел, вот ученики спросили, почему ты ему посоветовал кушать гораздо лучше, потому что есть люди, думают, которые, они так думают, что если я могу кушать хлеб и воду, то бедняк будет жевать камни. Да, иногда, что есть такие люди, которые просто устражают, непонятно из-за чего и все. У нас есть четкий путь Ребе. Кто такой Ребе? Ребе – это как Моше. Всегда евреи приходили к Моше и спрашивали. Моше и Аарон было два человека, которые передавали Тору, то есть с любовью и с грамотностью. У нас есть Ребе, который указал нам четкий путь, как служить Всевышнему, как двигаться вперед. И поэтому, чтобы не ошибиться, чтобы не споткнуться, потому что мы можем, наш разум, он ограничен. И иногда нам кажется, что мы делаем что-то правильно, и мы идем, не дай Бог, напрямую против Торы, мало ли того, что против Торы, мы идем, двигаемся в неправильном направлении, мы тушим в огонь бензином, как говорится. И поэтому нам обязательно нужен Ребе, которому мы можем спросить, как правильно. Он дал нам путь по приближению евреев к Торе. Он объяснил нам, как приближать евреев к Торе. И этот есть четкий путь. Мы его посланники, и мы не должны отходить, не дай Бог, ни вправо, ни влево от его пути. Конечно, мы каждый уникальный, должны использовать свою уникальность для приближения евреев к Торе. Но тем не менее, при этом не нарушая никаких основных правил. Как мы сказали, что Коэн, он является особым человеком. То есть это говорится о особом праве, к которому можно подойти, который действительно покажет, как сделать, чтобы мы не споткнулись и не ошиблись. Был очень интересный момент, когда Ребе Любавичскому предложили, чтобы хабадникам предложили, чтобы они провели какое-то грандиозное мероприятие у Котеля, на которое соберутся все студенты. Вот. И Хабад, понятно, захотел это сделать, но тогда сказали, что одно условие, чтобы не было вот этих хабадских штучек, что женщины отдельно, мужчины отдельно, то есть будут сидеть вместе и не будут соблюдены кое-какие правила скромности. И хабадники обратились к Ребе, спросили, ну это же такое мероприятие, конечно, думали, что Ребе даст свое добро, и Ребе сказал нет. Он сказал, нет, принципиально, может, потому что мы сейчас будем разбирать, потому что это было сделано тоже принципиально, чтобы сидели все вместе, он сказал, что это не наш путь. Сказали, ну можно же приблизить много людей, так он, Ребе ответил, что надо приближать евреев к Торе, а не Тору к людям. То есть были случаи, когда Ребе даже отказывал. Кстати, очень интересный случай, который касается Олимпиады. То есть Олимпиада, когда была Олимпиада, я не беру пример Российскую Олимпиаду, то есть, может, здесь какие-то другие особенности, раввины, которые это делали, наверняка у них есть свои разрешения, но когда хабадники на одной из Олимпиад хотели участвовать для того, чтобы организовать там духан тфилин, чтобы одевать тфилины и делать много хороших, полезных вещей, и они сказали, что хорошо бы нам там открыть свой бейт хабад, Ребе сказал нет. Почему нет? Потому что он сказал, Олимпиада, ее корни зарождения идут от идолопоклонства. Да, то есть в ней есть дух идолопоклонства, поэтому нам там делать нечего. Вот. И мы часто видим, что нам логично кажется, что Ребе, конечно, скажет, да, нам надо идти туда, да, мы должны делать то-то, но мы обнаруживаем, что Ребе как раз говорит по-другому, и нам иногда кажется, что мы правы, а оказывается, что на самом деле совсем не правы. Вы помните, как в этой известной одесской шутке, которая говорится, что нельзя бывает только там, где человек спрашивает. То есть и поэтому большинство наших проблем не от того, что мы хотим нарушить, не от того, что мы не знаем даже, а от того, что мы никогда не спрашиваем. То есть прежде чем что-то делать, часто надо обращаться к раввинам и спрашивать, потому что, как мы сказали в этой шутке, нельзя бывает именно там, где никто не спрашивает. То есть и когда ты иногда спрашиваешь раввина, скажи, а на каком основании ты это делаешь? Ну, по-дружески спрашиваешь. Ведь Ребе говорил как-то по-другому. Он говорит, ты знаешь, я никогда не задумывался. То есть я никогда не спрашивал, поэтому я это делаю. Поэтому эта лекция, не дай Бог, не упрек кому-то из раввинов, который делает по-другому, потому что не хотел бы я стать на другом месте другого человека. Да? И как говорит Любавичский Ребе, то есть не только Любавичский Ребе, это народная мудрость, что не ошибается тот, кто никогда ничего не делает. И не критикует того, кто ничего не делает. Вот когда человек ничего не делает, тогда его и не критикуют, как правило. Ему могут сказать, что он должен что-то делать, но, как правило, так. На самом деле, нам, хабадникам, гораздо проще. У нас есть четкий путь, который нам дал Ребе. Мы видим, как этот путь действует, и как мы видим, какое количество раввинов есть по всему миру, которые распространяют иудаизм, и где бы был я, или мои близкие друзья, или куча лекторов, которые дают лекции, если бы не путь Ребе, который Ребе нам сказал, если бы не самопо... Извините.
Если бы не самоотдача Ребе, да, этому пути для того, чтобы приблизить евреев к Торе, что Ребе сделал все возможное, чтобы приблизить евреев к Торе. Иногда как бы мы каждый являемся тоже индивидуумом. И чем отличие настоящего хабадника от других людей? Тем, что хабадник никогда не говорит то, пытается не говорить то, что он не слышал от Ребе, или он не слышал в Шулхан Арухе, и он не пытается делать свои выводы. А если у него есть свои выводы, то он как бы подчеркивает, это мои выводы, мне так кажется, я так думаю. Да, он никогда не будет кричать, что это мнение Торы, настоящий хабадник. Помните, был такой очень интересный хасид Рав Рувен Дунин. Рав Рувен Дунин – это особый хасид. То есть я сегодня говорил своим двоюродным братом Фишевичу Чернинским, и у нас, там, раввином Фишевичу Чернинским, у нас была такая тема, что очень часто, ведь все лекции, которые мы готовим, они основаны на беседах Ребе. Понятно, что они основаны на беседах Ребе. Я уже говорил, что беседа Ребе построена как диссертация. То есть что значит как диссертация? У меня, я рассказывал, у меня был один еврей, который приехал, он такой мизрошный еврей, он приезжал сюда, они приезжали в больницу, и все, он попросил меня принести беседу Ребе. Я думал, взял книжку с беседами Ребе, думаю, ой, я не готовился, сейчас все, он открывает эту беседу и начинает так ее пролистывать с таким любовью, с такой, знаете, трепетом, я говорю, он говорит, ты хочешь узнать откуда, да? Он говорит, что в свое время, говорит, я учился там в Америке, в каком-то университете, и вот на этом, в этом университете ко мне подошел какой-то, я считал себя очень умным, раввином, ко мне подошел какой-то такой хабадник и говорит, у меня есть вопрос по недельной главе. Он задал вопрос, говорит, вы можете ответить? Он говорит, нет. Ну, он говорит, я подойду через недельку, ответьте мне, пожалуйста, и ушел. Вот, я тогда беседы Ребе не было, интернет, как ты можешь забить Google, и Google дает ответ. Он начал спрашивать различных раввинов, которых он учился, и они не могли дать ответ на этот вопрос. И когда он подошел к нему и спросил ответ, он говорит, ты знаешь, я не нашел. Тут он достал книжку с беседами Ребе, говорит, вот это беседа Ребе, здесь Ребе объясняет это все и все. И он посмотрел, что беседы Ребе устроены как диссертация, как настоящая диссертация, то есть реально это диссертация на тему недельных глав Торы. Да, то есть как бы, и каждый, то есть Ребе находит вопрос, который у нас, может, не возникал, он разбирает подробно этот вопрос, приводит все комментарии, которые были на этот, ответы на этот вопрос примерно, показывает, что это недостаточный комментарий, и сводит к правильному комментарию, который все неправильные, ну, к такому очень четкому и важному комментарию, то есть это как бы диссертация, и поэтому все мы готовились, мы используем именно беседы Ребе, потому что беседы Ребе, то есть это научный труд, можно сказать, такой большой, громаднейший научный труд, понятно, что это научный труд основан на всех наших праведников, ну, как бы наших раввинов, Раши и всех других, да, но тем не менее нам проще так, потому что мы знаем, что мы здесь не ошибемся. И вспоминается история с Рав Рувен Дунином. Был такой хасид Рав Рувен Дунин, очень близкий хасид Ребе, но у него был один такой, можно сказать, недостаток, я не боюсь это сказать, недостатком про такого хасида, он сильно матерился. То есть он говорил нецензурно, причем на различных языках, как говорил мой первый раввин в Одессе, он говорил, что мат это такая вещь, когда ты говоришь одно слово, сразу понятно, тебе не надо тратить время на разное произношение. Так вот, иногда он использовал этот мат. Ему сказали, слушайте, нецензура, он сказал, слушайте, вы такой высокий человек, вы говорите такие высокие вещи, да, и тут же вы говорите такие низкие вещи. Он говорит, я попугай Ребе. Что значит я попугай Ребе? Он говорит, все, что вы слышите святое, это от Ребе, все остальное это я. Так я могу сказать о себе, и каждый настоящий хасид может сказать о себе. Все, что там шуточки, шмуточки, там обработка, это мы. А все остальное это Ребе. То есть практически любой, возьмите любого хабадника, который делает лекции, эти лекции основаны на беседах Ребе. И ни на чем более. Ну, не только беседы, там и драши, все понятно. Но в основу лежит вопросы, которые задает Ребе. И поэтому, когда что-то повторяется, получается, это не плагиат. Плагиат на Ребе. То есть мы знаем, что Ребе это тот, кто первый это написал, тот, кто первый это сказал, или основывается на других трудах, понятно. И поэтому очень важно, к чему я это говорю, что мы понимали, что есть мы, а что есть Ребе, что когда мы знаем, что есть Ребе, мы никогда не ошибемся, мы можем идти дальше, мы можем идти вперед. Но еще одна важная вещь, еще одна деталь, мы сказали, что храмовая минора должна зажигаться именно внутри храма, внутри святая святых, то есть в важном месте. Иногда человеку кажется, что приближение еврея к Торе достаточно, то есть на духовном уровне, кажется, что это достаточно, что он ему скажет простые вещи, как правильно одеть тфилин,
там, или скажет, как правильно там, сказать брахот. Но на самом деле Ребе говорит, что приближение евреев к Торе должно быть наивысшим уровнем, духовным уровнем. Не нужно бояться, что когда ты объяснишь человеку все особенности Торы, что он испугается, что он не поймет, потому что Тора – это величественная вещь. И ты сможешь, и каждый еврей сможет передать, и он должен передать на том уровне максимальном, который есть у него. Он должен сделать все максимально, и недостаточно просто открытый смысл Торы. Нужно также показать скрытый смысл Торы, обучить его хасидизму, дать ему основы, и это задача при зажжении правильной миноры. Дай Бог, чтобы мы могли зажечь правильно минору, и каждый зажег, во-первых, минору у себя внутри, да, чтобы наши сердца горели и светились, и во-вторых, самое важное, чтобы он зажег минору каждому окружающему еврею. Если ты узнаешь, что есть рядом еврей, зажги его минору, зажги его свет. Не только коэн, не только особый человек может это делать, а Ребе нам покажет, как это делать, и Ребе поможет нам это сделать, да, и для этого мы здесь находимся, и мы попали в этот мир, для того, чтобы зажигать других евреев. Поэтому минора была основа, та основа, которую впервые, когда есть известная история у Рава Ашкеназия, я слышал это на лекции, когда храмовую минору, когда римляне заняли храм, они хотели унести, чтобы они боялись войти в эту святая святых. Они знали, что это место, где есть Бог, где есть проявление Бога, и они нашли одного еврея, который был такой уже не соблюдающий. Они говорили, мы тебе заплатим, то есть тем, что ты зайдешь в храмовый храм, возьмешь любую вещь в храме, вот, и все, и это будет твоя первая вещь, которую ты захочешь, остальное мы зайдем после тебя. Этот еврей зашел туда, и он увидел храмовую минору, конечно, он схватил храмовую минору, это золотой, это золото очень красивое, когда он вышел, те сказали, не-не, такая вещь достойна только императора, мы должны забрать эту минору, отвезем ее в Рим. А ты иди обратно и возьми то, что ты хочешь, то, что тебе понравилось, но другое, не храмовую минору. Тот сказал, нет, достаточно того, что я один раз оскорбил Бога, что я прогневал Бога. Он говорит, я не пойду. То есть у него эта минора пробудила у него особый свет, да? То есть храм пробудил свет. Они говорят, ну ты же уже один раз вошел, ты же уже такой, это вот, иди зайди, мы дадим тебе все налоги Иерусалима, Израиля, которые будут твои. Ты будешь самый богатый человек, только зайти еще раз. Он сказал, нет, достаточно. Тогда они ему сделали очень жестокую смерть, там чуть ли не гребнули, там срывали кожу, как они умеют, да? То есть и он кричал, и достаточно того, что я согрешил один раз перед своим Богом. Это говорит, что храмовая минора – это прообраз света, который восхищение вот этой вот красоты. Вот, и поэтому дай Бог, чтобы мы действительно, каждый еврей, чтобы он был частичкой этой храмовой миноры, чтобы его душа загоралась, чтобы мы смогли зажечь. Нам только нужно зажечь. Только нужно зажечь и разжечь этот огонь, который есть внутри. Уже готовые свечи, нам только их нужно зажечь. Всем всего хорошего, шаббат шалом.